В воскресенье мы все завершили пятую неделю Святой Четыридесятницы и вступили в новый, уже открывающий нам путь к Страстной Седмице. Богослужение, посвященное памяти преподобной Марии Египетской, в кафедральном Петропавловском соборе города Клинцы возглавил епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир. В пятую неделю Великого Поста Господь приоткрывает святым апостолам свою славу, которая явлена будет через предательство, поругание, крестные страдания, позорную смерть и тридневное воскресение Христа. Обращаясь к пастве после богослужения, епископ Владимир акцентировал свое внимание на обращение святейшего патриарха Московского вся Руси Кирилла, призвавшего всех нас в эти дни усилить церковную и домашнюю молитву, больше читать Священное Писание и размышлять не только о том, какие средства мы найдем, чтобы пропитать себя. Господь сказал: «Не бойся, малое стадо, ас победил мир». И сейчас также я смотрю на малое стадо в этом храме, но мы полны надежды и оптимизма, потому что Господь с нами, Он победитель смерти и мира, и ничто же нам вредит. Благословение Господня да пребывает со всеми вами.